Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. Сегодня я хочу сказать несколько слов о работе в сети интернет. Чаще всего, наверное, мои слова сейчас затронут девушек. Я хочу сказать вот что. Девушки, милые, работая в сети интернет, не обращайте внимания на непонятную критику. Я могу сказать вам то, что, знакомясь в интернете, вы знакомитесь с незнакомыми людьми, которые вам в лицо могут как говорить, писать, говорить всякую критику, как она может быть хорошей, так и плохой, не особо вам нравящейся. Знаете что? Не обращайте ровным счетом ни на кого. Вы уникальны, вы единица, вы личность, которая неповторима, она уникальна. Главное, чтобы вам нравилась та же самая косметика, одежда, ваше поведение, ваши разговоры. Найдутся люди, которые будут вас слушать и воспринимать такой, какая вы есть. Вне зависимости от того, как вы краситесь, как вы одеваетесь, что вы там говорите. Я имею в виду, что в разумных мерах и в разумных понятиях этого всего. Я просто наскакиваю на множество нюансов таких, которые девушки начинают немножко вот начинать, ну, в общем, как вот онлайн не особо любить работу по той простой причине, что тебя читают, там пишут, не потому что... Пусть пишут, ребят, пусть пишут. Троллей надо любить. Полюбите троллей. Пусть троллят. Они привлекают внимание на вас, на вашу страницу, на ваш личный бренд, на вас как личность. Вы не можете нравиться всем. Не можете. Просто не можете. По всем критериям. Вы можете нравиться на фотографии, но не нравится, когда вы будете выходить или выходите в онлайн. Вы можете нравиться в реальном времени, но не нравится на камере. Вы можете нравиться на камере, но не нравится в реальном времени. Конечно, существует некая аура, которая собирает все до кучи, то есть все эти критерии, кто ходит сами собой и начинают работать на вас, когда вы профессионал. Это есть, это будет, и эти люди найдутся. Просто будьте наставником, будьте выше, будьте смелее и показывайте свою жизнь настолько, насколько вы считаете это нужным. Комментируйте, отвечайте на комментарии, если они вам это хочется, и если вам это необходимо. Не интересно, не отвечайте на комментарии. Все будет, девушки, все будет. Правда, это тоже касается, но это как-то так вот, я просто тему сегодня затронула именно нашу женскую. Мы вертимся друг у друга. Кто-то просто может завидовать. Поймите это. Поймите простую такую истину, что кто-то завидует. И когда они говорят вам что-то, не там крась, не там не крась, или по там подкрась, там не дел, это зависть. Зависть того, чего у них или нету, или есть, или что угодно. Здесь сокрыто все, что угодно. Единственное, что это не профессиональные люди. Обычные профессиональные люди так не будут говорить, чтобы вам насолить. Нормальные люди так делать не будут. Короче, уважайте троллей. Сами не тролльте, не спамьте. Будьте благоразумны и выполняйте свою задачу. Несмотря ни на что, идите вперед, у вас есть цель. И это главное. Всем успехов! Всем до свидания, до новых встреч. Пока-пока.